Я считаю, что часть населения имеет эмоции. Это либо обида, либо злость, либо желание чего-то иметь, у него нет. А часть людей имеет мозги. И они должны заниматься планированием того, чтобы чего-то добиться. А в конечном итоге у нас получается, что у нас ни у кого нет мозгов. И кто громче кричит, давайте драться. Затем все идут. Я не сторонник России или Украины или Европы. Я сторонник того, что есть понятие принятия решений на основании того, что значит, что человек способен. Я думаю, если бы, увидев события в Украине, Европа бы втянулась в войну, ну то есть как бы на всем континенте объявили бы там военное положение, выразили бы единое согласие, чтобы ну, все недовольны. Все бы одновременно начали воевать, может быть, эффект был бы другой. А так все смотрят, как неядерная Украина без единого оружия что-то там дальше выясняет с ядерным государством. И в конечном итоге все на это смотрят, смотрят. И иногда так стоят. То есть фактически вид вот такой, как будто бы человека побили со всех сторон. А тот, кто стоит на ногах крепко, говорит: мы два разрешаем вам вступить, подать только заявку на поступление в ту или иную организацию. То есть, ну как сказать, это не достижение в данной ситуации, потому что тебе разрешили подать заявку. Это унизительная позиция Украины, когда Украину избили со всех сторон, и от нее только приняли заявку. Я думаю, что понятие проигрыш и понятие выигрыш – это вообще такие разные понятия. Но по сути, иногда выигрыш – это когда ты уходишь с поля боя с наименьшими потерями. Хотя, когда ты не знаешь, ради чего жить дальше, ну, конечно, да. Вся информационная политика в телевизоре выстроена так, что само понятие о том, что можно задуматься, о том, что страна имеет в принципе, куда она идет в принципе. Когда ты начинаешь заставлять людей об этом задумываться, ты превращаешься сразу в предателя, который не хочет воевать. То есть мир наш возглавили фактически люди, которые не дружат ни с тактикой, ни с менеджментом. Они дружат только со своим истерическим состоянием. У каждого человека есть свои трагедии. Каждый человек эти трагедии переживает по-своему. Но когда из одной трагедии в семье, допустим, погиб там ребенок, кто-то еще, и ты призываешь всех, у кого в семьях это никто не погиб, начинать очередную бойню, чтобы еще и огонь усилить. То есть горит костер, а туда вместо воды подливают керосина. Это странная позиция вообще в жизни всего. Ладно, все это ерунда. По поводу моей поездки. Mm.